В прошлом году биатлон, в 19-м лыжная гонка. Сотрудники 6-й поликлиники привыкли праздники проводить по-спортивному, на свежем воздухе. Организация спортивных праздников является уже, наверное, традицией для поликлиники номер 6. Это отдушина среди серых будней, так скажем, рабочих. И мы стараемся привлечь сотрудников. Скажем так, мы не просто коллеги, мы одна большая семья. И такие мероприятия сплачивают. И дальше эффективно работаем плечом к плечу. Спортивные мероприятия не просто сплачивают людей. При все возрастающей нагрузке на специалистов поликлиники выход на лыжню как глоток свежего воздуха. Возможность отвлечься от трудовых будней. Сейчас загрузка очень большая. Во-первых, сейчас эпидемия гриппа ОРВИ идет. Очень много болеющих людей, заболевающих людей. Также у нас постоянно растет новый район, Запад-2, который потом район, микрорайон Прибрежный. Здесь же на лыжне, отринув заботы трудовой деятельности, можно с головой отдаться спортивному азарту. В каждом забеге две команды по 3 человека, которым предоставилась возможность защищать честь своего отделения. Те же, кто в команду не попал, праздно время не проводят, поддерживают коллег. Вперед! Вперед! Вторая терапия, чемпион! Здесь чувство такое в душе – победить, всех порвать. На своем примере показываем, учим своих детей, своих родственников. Ну и отличный пример для пациентов, что здоровый образ жизни как один из факторов, который предостережит от развития серьезных заболеваний.